Привет. Хорошо. А откуда ты узнал о штабе? О штабе я узнал из кучи. О школе танцев. Штаб я узнал из просто кучи источников, из танцоров, из сарафанное радио. Я занимаюсь танцами где-то года два, и я просто знаю очень много танцевальных школ Петербурга. И я решил посетить в том числе и эту школу, потому что очень слышал о педагогах, которые здесь преподают, и непосредственно был на их мастер-классах в других местах, в частности, пришел именно заниматься к экзамам. Хорошо, а что тебя привлекло в нашей школе? Почему ты пришел заниматься к нам? Чем привлекло? Ну, потому что тут круто, клевые преподы, неудобно. Так, а были ли у тебя страхи вообще, когда вот ты впервые пошел на танцы, были ли какие-то... Боялся ли ты первый раз прийти в танцевальную школу? Да, я боялся, я много советовался, куда лучше мне пойти, потому что у меня знакомая занимается и занималась раньше, когда я только пришел на танцы. Она была уже в команде, и она мне как раз посоветовала одну из других танцевальных школ Петербурга, куда я пришел. И мне было на самом деле в новинку то, что ребята танцуют, и если у них что-то не получается, над ними не смеются, и все нормально, то есть к ним относятся именно как к ученикам. Это огромный плюс. Какие? Я был жирным колобком, и у меня ничего не получалось, поэтому мне было немножечко страшно, так сказать, совсем чуть-чуть. Хорошо, а что интересного ты нашел в штабе для себя, ну, помимо педагогов? Мне здесь нравится компания, потому что это первая школа, наверное, танцевальная, где у нас здесь, как семья, мы отдыхаем, мы занимаемся вместе танцами, мы просто проводим свободное время вне тренировок, общаемся. Действительно хорошая компания и очень хорошая обстановка для общения. Хорошо. Слушай, а мог бы ты дать какой-то совет начинающим танцорам, ну, людям, которые только-только идут заниматься танцами или хотят пойти заниматься танцами? Самое важное, наверное, на мой взгляд, это чтобы человек понял, что он хочет именно какими танцевальными направлениями заниматься, к чему у него есть предрасположенность, таланты какие-то, чтобы он попробовал все стили разные абсолютно, будь то паппинг, локинг, хип-хоп, хаус, все-все-все, что он захочет, и выбрал для себя самые-самые свои любимые направления, и именно им посвятил свободное время. Все? Хорошо, ты можешь дать совет начинающим танцорам, людям, которые только-только хотят пойти заниматься танцами? Не парьтесь, ребята. Все? Не парьтесь? Да. Хорошо, отлично, спасибо.